Ох, как темно. Наступил момент поздравлять Зайка, Зайка, смотри на меня. День рождения. Блин, сейчас она будет задувать свечку. Рождения тебя. Днем рождения тебя. Днем рождения, я Лилия. Поздравляем тебя. Ура! С днем рождения тебя, Зайка! Клёво! Загадала желание? Ну все, клёво. Да, потому что она доживет до 99. А? Даже больше, еще и переживет. А какой торт красивый! Вау, шоколадный, как Лиля любит. Еще и зеленая девятка с пряником. Хочу съесть так. Да, а, вкусненький. Стол накрыли. Ай, споткнулась. Сейчас мы будем кушать. Сейчас меня покормят. Тебе соус. Ты будешь кусать так торт? Будешь так торт кусать? Или потом? Да. Дай попозже. Сейчас поешь, а потом укусишь, да? Это пряник такой? Да, крутой, правда? Мне нравится, да, конечно, сейчас потом. Его, сначала это... покушаем. Лизочка, поздравляем тебя. Все. Сейчас нет, мы будем кушать. Нет, нет, пускай у тебя. А что, ты Лилия, кого-то не хотела, что ли, водичку только? А потом торт, да? Торт же попозже? Давайте есть. Все голодные, пришли, хотят кушать. Не знаю, как овощи. Слишком большой, нет? Что-то у тебя там экран как будто Анташета. Думаешь? Я знаю. Лилия, ты картошку будешь? Да. Ну ладно, правда. Я думаю, это у меня в глазах, у меня просто линзы. Так, это под торт. Кто что будет есть? Лилька, ты у нас так и не сидишь на самом крутом стуле, который держится. А Дашь куда сидишь? На стул. Ладно. Хочешь залазь туда? Туда залазь, а то это самое, я тебе буду включать, переключать. Это я? Да, мы сейчас. Окей, лезем туда. Мяско тебе какое белое положить? Да мы что, типа крутые сидишь, сидим на диване с подушечками. Вау, 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 вау. Ой, или наки кусочек маленький. Салфетки бы еще. А там есть салфетки? Все, мы пошли кушать. Всем приятного аппетита. Клёвые. Прям нравится наблюдать. Там тоже два, да? Я хотела маленького птенца посмотреть. Чё? Ой, такой красивый. Так собрать можно. Красавчик. Мама, наверное, сюда перелетные птицы собрали. А если бы тут плавать можно было, то вообще плавать? На что они нырнули опять? Какие красивые. Ну что, вынырнем сегодня? Можно же, правда, сердечко встретить? Вот что-то, видишь, трава. Оп-оп-оп-оп-оп. Да. А я тут не глубоко. Аккуратно, Ли. За хвост хватайте. Вон их сколько много. Там уточки. И хлебом полно. Да хлеб-то понятно. Там уже все стали хлебом.
Да, нельзя хлебом кормить. Как? Блин, мама твоя алкашка тебя кинула. Серьезно? Да. А она помнит в какой-то момент, на что. А что-то, чтобы Зоя ее забрала, как бы, а не... А не, Лена не рассказывала. Мне баба Зоя уговаривала, когда мы с Лёшкой работали. Мама, я рассказала. Я Лёшке говорю, представь, мы на долю секунды оставили бы. Ага, светлую Настю, да? Оставили бы Настю. Ты представляешь, что бы она с ней сделала? Настя нас ненавидела бы всю жизнь. С Настиным характером, да? Конечно. Это ветер ужасный. Все, мама, уходит. Ой, все. Кто, Настя? Да. Да. Ты все, мы домой? Да. Ахахаха. Конечно, я вообще перебор была. Но не супер, чувально, поэтому... Опа, как раз Светка жирнула вина. Когда вы вина, мы Светке врём, такие говорим. Короче, это... Ты остаешься, мы тебя никуда не отдаем. Да, да, и Светка заходит такая, вы что, правда сказали? А мы